Азамат Уртенов – один из 600 самозанятых предпринимателей Карачаева-Черкесии. Такой выбор он сделал после того, как занялся SMM-менеджментом. На курсах он узнал, что самозанятость имеет свои плюсы. Например, кредит на развитие бизнеса без трудоустройства. Да и налоги самозанятому, по мнению Азамата, оплачивать выгодно и просто. К слову, в 2020-м одним из бонусов для таких предпринимателей стало списание квартальных налогов пострадавшему от пандемии бизнесу. Допустим, мне не нужно регистрировать ИП, потому что мой доход не превышает 2,5 миллиона в год. И это упрощенно получается вид налога. Ты платишь 4% с физлиц и 6% с юрлиц. Сейчас государство еще дало налоговый бонус в районе 12 тысяч, по-моему. Это всем самозанятым, которые только зарегистрировались. И вот во время карантина давали еще 20 тысяч. Также самозанятость упрощает ведение кассового учета. Вам не придется покупать кассовый аппарат. Достаточно отправить чек из приложения «Мой налог», предоставленного Федеральной налоговой службой. Пенсионные взносы также перестают быть обязательными. Все выплаты лишь рекомендательные. С 2019 года введен новый налоговый режим – налог на профессиональный доход для так называемой категории населения – самозанятый. Это не дополнительный налог, а именно новый налоговый режим, льготный в какой-то мере, потому что максимум удобств и при регистрации, и при ведении деятельности. На территории Карачаево-Черкесской республики указанный режим введен в действие с 1 сентября 2020 года. Режим является экспериментальным, он рассчитан на 10 лет до 2028 года, и сейчас уже на территории всех субъектов Российской Федерации введен в действие. Обязательным условием нового налогового спецрежима является отсутствие наемных работников. Всю работу самозанятый предприниматель должен осуществлять самостоятельно. К примеру, кондитеры, преподаватели, фото- и видеографы, организаторы мероприятий, перевозчики грузов с полным основанием могут считаться самозанятыми. Мы даже рекомендуем его, этот режим именно использовать, потому что он максимально удобен. При этом ставка налогов гораздо ниже. Если вы оказываете услугу или товар собственного производства реализуете физическому лицу, то ставка налогов всего 4%. Ни в одном другом режиме нет такой низкой ставки. Если же вы работаете с юридическими лицами, то ставка составляет всего 6%. При этом у вас отсутствует обязанность по уплате страховых взносов, которые составляют 40 тысяч рублей в год. В Центре поддержки предпринимательства считают, что самозанятость оказывает на республику положительный эффект. Поэтому об этом режиме должно знать как можно больше предпринимателей. В марте месяце у нас запланирована большая конференция с участием и федеральных органов исполнительной власти, и управления Федеральной налоговой инспекции. Мероприятие пройдет на базе Центра «Мой бизнес», и в рамках которого будет рассказываться о всех преимуществах режима самозанятого. И кроме того, нами проводится в данный момент конкурс для самозанятых. Будут разыграны денежные призы между самозанятыми. Полученные средства каждый участник конкурса сможет потратить на продвижение собственного дела. К слову, для применяющих специальный налог на профессиональный доход есть кредитные предложения со ставкой 7,5%. Анзор Курбанов, Радомир Князев, Архыз 24.